говори всем доброе утро. Ева, Ева, говори всем доброе утро. Друзья, всем привет, всем доброе утро. Говорю шепотом, потому что Настюша еще спит, чтобы ее не разбудить. Так что вы на канале у Черновых. Пока дети в доме, пока на улице еще мокро. Фу, обстриг, ну так, с конца кусты, потому что они после зимы развалились все. Некоторые сухие ветки я убрал. Ну, как-то вот так вот быстренько привел в порядок. Конечно, не идеально, но нормально. Максимка вышел на улицу. Видишь? Мокрая трава, так что аккуратно. Ходим только по брусчатке. Смотри, я уже почистил кустики, видишь? Уже програбил все, и посмотри, Макс, и вон там он тоже. Видишь, как красиво, да? Аккуратно все. Красиво? Мы уже с Максимкой костерчик разожгли, да? Сделали. Сейчас пускаем чуть-чуть разгорится, и будем, знаете, что готовить? Маршмеллоу жарить. Он ждет это. Сейчас нужно чуть-чуть подождать. Ну что, друзья, все проснулись. Фух, сейчас Настюша с Поликой мне делает завтрак. Пока не делает завтрак, я уже все приготовил для бетонирования этого столба. Берем бетончик, водичку, молоточек, лопатку, тазик, где будем мешать бетон, и уровень. Полиночка позвала меня, сказала, что она мне кушать уже приготовила. Ну, конечно, мало, я знаю. Не, ну спасибо тебе большое. Круто. Еще и кофе, если ты мне сделаешь, вообще будешь золотиться. Это не умею. Смотрите, что у меня здесь происходит. Короче, я забетонировал столб. Вот этот. Стоит все по уровню, как надо. В этом столбе я уже нашел у себя вот такие вот металлические пластины. Уже просверлил дырки в столбе. И по идее, на вот эти пластины сверху и снизу уже можно ставить горизонтальные балки. В этом столбе я тоже уже прикрутил пластины, тоже нашел. Знаете как? Не хотел выкидывать, типа пригодится. И вот сейчас реально это пригодилось. Вот такие вот пластины. Здесь пластинку поставлю более больше, потому что меньше нету. Нашел вот такую. И по идее здесь вот я буду уже сейчас в планах у меня уже сделать эти горизонтальные доски. И по идее, если я сделаю еще и вертикальные, начну делать, то это вообще будет супер. Пока я занимаюсь забором, который сегодня не по плану, но он прет, он идет, Занька. Может быть, даже уже какая-то часть у меня забора стоять будет. Представляешь? Доски прям? Да. Настюша готовит кушать. Посмотрите. Ну, в том году готовили солянку. Кажется, летом, да? Да. Ну, начали как-то ее летом готовить. А вчера ходили по магазину, думаем, что готовить. И понимаем, что в такую погоду, холодную... Когда на улице 10 градусов сегодня. Да, когда мы еще, грубо говоря, в зимних куртках, хочется прям горячего супа. Потому что когда здесь жара, мы ели солянку, как бы вкусно, но жарко. Ну, жарко, правильно. А тут в такую погоду соляночка наша. Пришлось даже посмотреть наш рецепт, кто-то вспомнить, как мы там ее делали. И хоть баночку огурчиков мне принесли. Ну и мы готовим. На столе солененькие. Представляете, открываю доски, раскрываю пленку, а там гнездо. Хорошо, что там птенчиков не было. Короче, посмотрите, опа, разворот. Вот раскрыл досочки. Из этих досок мы будем делать забор. Реально. А вот здесь вот такое гнездо, представляете? Ну, никого здесь нету, так что можно все это убирать. Опа. Ну что, приступаем к восстановлению, не восстановлению, а к строительству забора. Ну что, мы с Настюшкой, ну как мы с Настюшкой? В основном Настюшка сейчас будет готовить вкусный обед. Я здесь только принес, сделал буржуйку, растопил дрова, разжег, достал мангал, ой, не мангал, а казан. Сейчас я все это установлю, и Настюша будет готовить.
масло наше уже разогрелось, и Настюша взяла то, что она все резала, она все это кинула в казан. Давай же скажем, что мы будем готовить. Я мы же говорили, да? Что-то я вообще сегодня... А, да, у меня в голове забор, вот этот вот, который вон там вот. Фу. А, это много получится, полная кастрюля. Да ничего страшного, скушаем, потому что это очень вкусно. Смотрите, какая вкусняшка. Я уже добавила огурчики вместе с рассолом. Огурцы у меня соленые. Огонь побольше делаем. Должно все это поджариться и потушиться. Добавила еще специи. Чеснок сухой, соль, сахар, перец и соль. Так. Опа, представляете, мы готовим супчик. То есть Настюша готовит супчик. А пошел дождь! Такой мелкий-мелкий, противный. Ну ничего, соляночка наша уже кипит. Туда мы налили уже водичку. Положили лимончик, разные специи, томатную пасту. Посмотрите, какая красота получается у нас. Сейчас еще укроп добавлю. Угу. Обалдеть. Так, пока Настюша готовит обед шикарный. Смотрите, у Кирюши уже продвигается заборчик. Ха-ха! Уже 3 досочки сделал. Ну, будет красиво, если вот так вот полностью сделаем вот эту сторону. Ну что, будем снимать пробу? Да. Можем не полную? Потому что я голодный. Пожалуйста. Обалдеть. Без картошки готовим на даче. Офигеть, посмотрите, какая красота. Да. Там сметанка. Поставь сюда, пожалуйста. Супер. Блин, нужно было, конечно, купить хлебушек черненький. Ну, ладненько, взяли уже беленький. Не подумали. Будем кушать раз беленьким хлебушком. Как это будет вкусно, я уже представляю просто. Вау. Погода, кстати, чуть-чуть портилась. Ну, знаете что? Мы в планах было, что мы сегодня поедем домой. А потом решили, что домой мы не приедем. Ой, домой мы не поедем, остаемся здесь. Только что приезжала Милена, нужно было там нам привезти хлебушек, там нужно было еще кое-что привезти. И она уже уехала. Ну, она приезжала, конечно, с другом на машине. Прикольно тогда, что Монечка приезжает со своим мужем на машине, Миленочка уже приезжает со своим другом на машине, я говорю, Полиночка, и через лет 5-7-8 ты тоже будешь приезжать уже с другом на машине, а мы здесь с Настюшкой будем стоять и вас встречать, и вас ждать. Короче, насчет забора я сегодня закончил. Смотрите, какая красота получается. Ну, согласитесь, что красиво, да? Вот такой вот заборчик. Нужно его будет еще покрасить, и в следующий раз нужно будет приехать, и буду доделаю уже полностью до конца, потому что столб не дам. Только сегодня забетонировал. Надо подождать, чтобы бетон засох. И буду продолжать. А так, честно, стою и не могу не нарадоваться, как красиво получается. Реально. Вот, и решили, что сейчас мы пойдем, соберемся чуть, оденемся чуть потеплее и сходим к теще, к тестю в гости. Забыл сказать, что соляночка получилась у Настюшки очень-очень вкусная. В такую погоду горячий супец просто был восхитителен. Идем, все, погнали. Короче, были у тещи с тестем. Проведали их. Все в порядке у них. Короче, сейчас идем к себе домой. Блин, как холодно, капец. Реально. Я даже, видите, курточку одел. Извиняюсь, надел куртку. Не одел и не одел, а надел. Да. Мы вообще как эти. А я закаляюсь. Как эти из пагоста идем. Сапоги грязные, чумазые такие, колхозники. Бархатные чайки. Да. Ага. В комсомоле. Да. О, как ты затормозил. Молодец. Это Ева только там не в зимних сапогах. Да, Макс на велике гоняет. Шикардос. Смотрите, какая у нас картина здесь.
греемся. Печка у нас теплая, вау, шикарно. Горячая. Горячая даже. Ну, дети кушают макаронки с сыром и с сосисками, да? Вкусно? Приехали в магазин Лац в Сикшнях. Дети захотели что-то вкусненькое. Да, здесь была такая небольшая реконструкция произошла, да. Так, ну что, смотрите, какие-то сухарики? Это как наши лили, даже больше, он даже красивее, слушайте. Mm-hmm. Так, берем вот такие сухарики. Ой, какие у меня ногти чистые, смотрите, точно как у Хута, да. Берем чипсы, ой, сухарики такие, чипсы и еще что-то там. И сникерс, Максим, и мамы чипсы. Сегодня, кстати, есть еще незаконченное одно дело, которое я сегодня не закончил. Это нужно убрать вот эти вот все ветки. Поэтому я взял тачку, сейчас нужно все это собрать и вывести далеко-далеко в лес. Ну, вот теперь точно красиво. Фу, все убрано. Только нужно грабли поднять. И все. Опа! Товарищи, мы спать. Полинка засыпает, Максимка уже спит. Мы тоже будем отдыхать. С вами увидимся завтра. Пока-пока.